Когда возвращаюсь с работы домой, приходится проходить, так скажем, спальный район. Где часто наблюдаю такую картину, бабушки сидят на скамеечках, ну, пока еще тепло, около подъездов. Иногда играют в домино, в карты, судачат между собой о чем-то. И все время такая мысль в голове. Вот старость-то, да, вот скоро же не за горами, 51 год, если что, мне. Вот и буду вот так вот сидеть. И что хорошего? Точно так же, вот что ли, на скамеечках. Одна радость жизни, больше ничего. А вчера прохожу точно так же вот. Идет мне навстречу молодая пара, мальчик с девочкой. Видимо, поруганные. Она ему кричит: ты меня не лайкнул, там что-то доказывает. В общем, любовь-морковь, гормоны у них прут. И сразу вспомнила про себя. Слушай, да мне же недавно, а лет даже так 30 назад вот тоже это интересовало, да, тоже это было главным смыслом в моей жизни. Любит, не любит. Не написал, тогда у нас телефонов не было, конечно. И еще ловлю себя на той мысли. А бабушки, которые играют в домино, смотрят на бегающих женщин в виде меня и думают, и что они носятся, и что им надо, как хорошо сидим на скамейках с подружульками, да, семечки лузгами, в домино играем. Так вот, какой парадокс-то. Любой возраст прекрасен по-своему. Ну, конечно, не говорю о глубокой старости. А как вы считаете, согласны ли со мной? Так что не унываем, только положительные эмоции, девчонки. И все у нас будет. Зашибись.